Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров для взрослых. Это костюм «Снеговик». Снеговик Олаф из мультсериала «Холодное сердце». Вот так вот выглядит в запечатанном виде «Снеговик» в индивидуальной упаковочке. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru. И давайте посмотрим самого снеговичка. У нас в комплекте идет вот такая вот большая объемная голова в форме снеговика вместе с носом из морковки. Вот так вот выглядит сбоку. Такие вот большие глазки уже со стразиками черными. Здесь вот такие вот небольшие волосы. Там внутри, ну что-то типа проволоки, вы можете его в разные стороны гнуть. Сзади выглядит вот так. Посмотрите, вот так вот шапочка такая. Очень интересный. Кстати, он очень похож, как из мультика. Здесь вот такие вот зубы. И шапочка, она на липучках. Смотрите, она идет по всей голове на липучках. То есть вы можете вот так вот завязывать, заклеивать, как вам удобнее. Вот здесь их 4 штучки. То есть можете регулировать. Шапочка довольно объемная, внутри она набитая, там внутри небольшой поролон. То есть она такая довольно плотная и держит объем. Вот так вот выглядит шапочка снеговика Олафа. Мультик всем известный и очень популярный. Поэтому, если вы приобретете себе данный костюм, вы ничуть не пожалеете. Это как можно использовать как обычный снеговик, так и герой из любимого мультфильма. И в комплекте у нас идет комбинезон. Вот такой вот комбинезон белый. Внизу на штанишках у нас вот такая вот меховая, она это как плюшевая вставочка. Вот так вот выглядит внутри. Все прошитое. Все аккуратно пошито. Здесь уже у нас пуговки как будто пришитые. Кругленькие, черные. Все пришито, то есть у нас ничего нету на клею. Все очень хорошо, качественно держится. Рукавчики короткие. Вот, посмотрите. И внутри они такие тоже, они плотные, набивные немножечко. Также воротничок. Воротничок идет на липучке. И дальше комбинезон у нас весь по длине, по спинке, идет на липучке. Вот, можете посмотреть. Костюм плотный, но он не жаркий. То есть, если вы будете в помещении, в нем будет не так уж и жарко, потому что здесь плюш вместе с текстилем идет. Вот весь костюмчик. Это комбинезон и шапочка. Если вы хотите приобрести данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонив нам по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.